Умы? Нормально? Нормально. Йок. Дост, а янки акуш чагарсан да берег? А, новоданный, тван шо. Акуш меня мы ким. Буду оводан. Позови его тоже сюда, да? А, интернет ставлю, показываю, образец показываю, какой собака должна быть. Да, вот его однопометника позови, четко будет. Вон тот красивый тоже, вон, янки. Еля, а? А вот. Красавец. Ну давай пойдем сами к нему тогда. Банда. Красивые собаки. А вот просто более, ой, на просто чуть-чуть снимем тебя. Ты надеюсь, не на меня его травишь? А эдже сиким, кто их не мать? Эдже какаким? А во. Аждар, да? Да. А, вот этот 9-летний кобель, Аждар, это их не отец. А мать кто? Мама умер. А мать их не случайно не с Ашира фермы? О, птица фермы вар Ашир? А мать не оттуда во ихняя? А, от Ашира вышли, да, все-таки? Вот у него породные собаки, мы к нему обязательно тоже заедем. Это вот Помашкина, Помашкина кровям вот эти собаки, два кобеля, между прочим. С Ашира фермы они вышли. Два мальчика, это жена. А девочка, да, вот да, это вот получается жена. Слева, а вот первые два получается кобелей. Акуш, а этот? Балкан, как ты сказал? Три года. Не, кличка, как его имя, как его зовут? Как его зовут? Болкан. Болкан, ням воляра, русский ням воляра. Это турклада есть? Туркский, брат, имя есть, Болкан? Кино есть, Болкан? Да. Ну, не знаю, я, короче, сериалы не смотрю. Болкан, не мог, да, да. Не короче, Болкан его зовут. Он не бросится на меня? Что-то... Красавец. Куш! Акуша! Ты сам отсюда Снухур? Снухур ты? Да. Да, да. А он тоже Нухур, он идет. А вот смотри, вот ты же по-русски понимаешь, да, правильно? Я что хочу спросить, вот ваши суки, да, суки, ганджик, вара ганджик, не а чё гуджук берья, бяш, алты, он, 6-7 их не собаки аборигены, потому что я очень часто слышу, по 15, по 12 этот щеня дают, 6-7 максимум. Ин улы, а, алты еды. Да, да, да. Это самый потолок, он сказал, 6-7. А в день сколько километров ты с ними проходишь? Няча километр айлян гюн. Примерно няча. 20 километров. 20 километров. Да. И китарам 20 да, километров. Да. Ну, здесь местность горная, очень крутые подъемы, спуски, работа тяжелая. 20 километров. Да, а вот смотри теперь, вот ты им что даешь, чем ты их кормишь вообще? Что ты им даешь? Чё, рек даешь, нахарнямберья? Хлеб? Да. Пекарного.
хлеб даешь. А вот да. Мясо они вот это что-нибудь находят, едят сами здесь? Мяса нет, тоже, брат, вчера. Я понял. Сами они здесь добывают что-нибудь, например? Ну, например, как его? Яран! Туркменчинян буляра, суслик, муслик, заяц. Такие вещи вот они сами себе добывают. По-любому на одном хлебе ты такой собакой не будешь в любом случае. Этот белки животного происхождения они по-любому добят. Черепаха, нями, и ями, стопьями нахар. Шо сорая? Да. Я понял, лепешку ты делаешь. Я понял это все. Сейчас Яран придет, скажет. Я понял, сейчас вот Яран придет, сейчас он скажет. Яран, смотри, вот он говорит, я им хлеб даю, да, понял, да, там сухари, хлеб. Я говорю, а вот он замечал, они сами что-нибудь здесь вот клюют, например, да? Суслик, муслик, вот такие вещи. Куропатки что-нибудь, что говорит? Да, долби, да, сусликов? Он сам говорит, я, говорит, только хлеб даю. Братаня, они Машкин Тухум, ихняя мать Аширы птицефермы вышла. А вот это Аждар ихний, 9-летний, ихний отец. Красивый, да? Куш? Ма, Акуша. А вот от глистов что-нибудь даете? Чумка, уколы. Чума, уколы делаете, да? Что говорит? Делает? Он делает. Короче, у кого возможность есть, конечно, делаю, да? Потому что это их инструмент. Терять ни в коем случае не канает. А ты сам сколько уже времени пастухом работаешь? Алло. 4 года, да? Да, с малых лет я, говорит, хожу, но вот чисто вот сам самостоятельно работаю, там, на зарплату, скажем, 4 года. А так всю жизнь, короче, при баранах, при собаках, говорит. По 4 года им, понятники. Ма! Адама демия швакуш? Или тополя? Йок, не трогает. Что-то там то какой-то подозрительный. Или акуша? Акуша, акуш, гель. Или акуш, гель. Опа. А что у них плохие отношения, что ли? Да? Не любят друг друга? Ревнуй, да? Ох, блядь, здесь тоже что-то. Ну чё, рабочие собаки по-любому. Яран, что, один сигарет прикури, пойдем. Вредно, да, все-таки? Но хочется, да. А вот это чьи вообще дети? Они аждаровские? Вот это чага, кем
По каким? Бахан Аждар, да, ихний? А мать кто? Мать. А, умерла? А, убрал просто. А. Да. Ага. В другой атаре, да, скажем так. Куш? Акуша? Мое мнение лично однозначно лучше вот такое питание, но вот такие просторы, нежели килограммы мяса, но заперти собак держать. Вон тому 9 лет, да, вон тот, который. Аждариус. Гель, Аждар, гель! Колючка прям в палец мне. Че они там ноют уже, да? Пойдем. Коля, давай, удачи. На чай приглашает. Говорит, сейчас я, говорит, на водопой отведу скот. Приходите потом, говорит, на чай. На чашку чая, да? Пригласили. А вот эта картина убойная. Все-таки видишь, Аташира конкретно качество выходит, да? Сразу отделяется, да, оно? Да.